цветовую гамму оттенок этого внедорожника вполне можно внести как в Анаварский снежный. Владельцы транспорта Игорь и Елена долгое время жили на Крайнем Севере. Оттого и экипаж участников назван в честь малой родины – Ивинкия. Путешествовали на машине там часто. Больше катались, поправляют меня супруги, по окрестностям. И в основном по зимникам. Переехав на большую землю, в Красноярск отважились на серьезные расстояния. Мы собирались в отпуск на Алтай на машине. Тут подвернулось ваше предложение. Мы решили, что это более интересный вариант. И все. Муж посмотрел рекламу, посмотрел в интернете ролик. Говорит, а давай туда поедем? Я говорю, я за любой кипиш. Мне все равно. Тем более Северный Кавказ, это гораздо более интересно. Игорь к автопробегу готов в первую очередь морально. За рулем больше 20 лет. Небольшой тест Колпаковы устроили себе на юге страны. Взяли машину на прокат и махнули из Адлера в Новороссийск. Проверили свои навыки на серпантине. На извилистой трассе Игорь был капитаном, а Елена – штурманом. Все участники покажут, чему успели научиться, работая вместе. Каждый желающий может присоединиться к самому неудержимому событию года. К неудержимому событию года автопробегу 2017 собирались приобщить и младшего Колпакова, но у сына плотный спортивный график сборы. Переехав в Красноярск, он увлекся уши, устал участвовать в турнирах разного уровня. Ему родители пообещали подробный отчет о путешествии. С помощью нашего канала мальчик получит полное представление о поездке. Ну а я спросила совета относительно гардероба. Елена и Игорь бывали в отпусках в мусульманских странах. Уже масса всяких разных длинных хбшных юбок, которые вполне пристойно выглядят. Да, там и не жарко в них. А вот в горы, обсуждаем мы, надо взять экипировочку потеплее. Кавказ представляет совершенный хаос всяких климатов. Как будто взяты и перемешаны понемногу пояса страны, и в Сибири в том числе. И это в полной мере относится к горной местности. Но нам ли снега бояться? Вообще Эльбрус всегда был просто за пределами мечтаний. То есть там говорить о том, что мы хотели побывать на Эльбрусе, это неправильно. То есть мы знали, что да, есть Эльбрус, но мы, я, например, реально понимала, что вряд ли я туда смогу вообще когда-то попасть. Ну вот, видимо. Бойся свои желания, да, как говорят? Да и в Каспии никто из нас не купался, так что от автопробега все ждут моря. И эмоций тоже. Генеральный партнер автопробега «Красноярск-Северный Кавказ» Новоангарский.